Но если ты счастливый, довольный, вообще все тебе нравится, нет вопросов. Но если вот, ты имеешь какое-то мнение, у него есть куча объяснений, да, но при этом ты не чувствуешь себя достаточно счастливым человеком, чтобы сказать, что жизнь твоя хороша и жить хорошо, то имеет смысл посмотреть весь спектр этих своих железобетонных аргументов, да, и позадавать им вопросы. И если у вас получается, что ваши эти аргументы способны разъять, сделать более объемными, более весомыми, то вполне возможно, что вы увидите, что в реальности есть еще другие, более эффективные способы думать про это, относиться к самому себе, там, принимать это решение или не принимать это решение, там, и так далее.